Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов осмотрел территорию, на которой планируется благоустройство. Проектирование и сами работы финансирует инвестор коттеджного поселка. Но парковая зона будет доступной для всех и бесплатной. В парке сделают экотропу, игровые зоны для детей, пространство для занятий спортом, уголки для тихого отдыха и мастер-классов. Здесь обустроят родник, террасы, беседки, аркады, амфитеатр и фотозону.